Всем привет! С вами снова мы, помощницы Деда Мороза, Алена и Аня. Сегодня нас ждет много новогодних приветов и поздравлений, а главное, мы узнаем имена победителей, которые выиграют призы от наших партнеров. За прошедшую неделю к нам на почту поступило еще много писем от вас, дорогие телезрители. Давайте прочитаем первый из них. Давайте начнем, конечно. Нам пришло письмо от Кристины Иванченко. «Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Я пишу тебе уже второй год подряд. В этом году я хочу пожелать тебе здоровья и благополучия. А для себя и своей семьи прошу у тебя здоровья, радости, любви и оптимизма. Всего остального мы добьемся самостоятельно. С наступающим 2015 годом. Тебя и Снегурочек». Спасибо вам, Кристина, за теплые слова. Мы также поздравляем вас с наступающим Новым годом. Ну а я напоминаю, что мы находимся в ресторане «Отдых», который расположен на территории базы отдыха «Спорт». Кстати, коллектив базы отдыха «Спорт» поздравляет анапчан и гостей города с Новым годом и Рождеством и приглашает вместе отметить добрые и светлые праздники. Ресторан «Отдых» приглашает провести новогоднюю ночь в стиле ретро. Для вас лучшие блюда русской кухни, шоу-программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, фейерверк, призы, конкурсы и подарки. Анапа, Субсех, улица Яблоневая, 5, телефон 8-967-67-03-300. Новогоднее стихотворение прислала нам Наталья Бузаева. Спасибо, Наталья, вам за письмо. Мы вам тоже желаем всего самого наилучшего и чтобы все задуманное обязательно сбылось. А коллектив магазина «Империя сумок» спешит поздравить анапчан и гостей города. Ассортимент современных моделей в магазине «Империя сумок» настолько разнообразен, что трудно устоять перед покупкой новой красивой сумочки, которая сможет не только дополнить гардероб своей хозяйки, но и станет хранилищем всего самого необходимого. Здесь представлены коллекции известных брендов «Виктория Бекхэм», «Валентина», «Эвелина Фабиано», «Дольче и Габбана», «Прада». Список модных трендов весьма внушительный на любой вкус, от новых версий классики до эпатажных и креативных моделей. Сотрудники магазина «Империя сумок» спешат поздравить всех с праздниками и дарят вам в подарок новогоднюю акцию «Купи сумку и получи приятный презент». Магазин «Империя сумок» поздравляет жителей и гостей города-курорта Анапа с новогодними праздниками и желает благополучия, крепкого здоровья, верного и любящего спутника по жизни. Пусть Вселенная, приближенная к нам как никогда, поможет вам достичь все поставленные цели. И улыбка не сходит с ваших лиц, а удача сопутствует по жизни. Специально для комфорта и удобства своих покупателей «Империя сумок» расширяется. Теперь мы находимся еще и по новому адресу: торговый центр «Проспект», улица Северная, 1Б. Александра Болдышева поздравляет свою семью. Мужа Олега и сыночка Дмитрия, дорогих родителей, бабушек и дедушек, желает в новом году оставаться такими же дружными, крепкого здоровья и счастливого Нового года. А к вам, мои милые Снегурочки, вопрос, где можно купить новогодний костюм для самых маленьких? А мы знаем, где вы без труда подберете все необходимое для малышей. С Новым годом и Рождеством вас поздравляет детский магазин «Крош». Магазин уже не первый год радует анапчан и гостей города большим ассортиментом товаров для детей до 12 лет. В «Кроше» вы найдете то, что необходимо ребенку в первые дни жизни. Конверты и наборы для выписки, кроватку, коляску, аксессуары для кормления и ухода за малышом, подарочные наборы и детскую одежду. Детские игрушки – это обязательный атрибут детства каждого ребенка. Играя, малыш изучает свойства предметов, совершенствует способность фантазировать, учится анализировать, осваивает правила поведения с другими людьми. В магазине «Крош» представлен очень большой ассортимент игрушек и развлечений для детей разных возрастов и на любой вкус. Вы можете купить развивающие, музыкальные, механические, мягкие игрушки. Игрушки для игр на свежем воздухе как для мальчиков, так и для девочек. Подготовиться к новогоднему утреннику вам тоже помогут в магазине «Крош». Здесь очень большой выбор карнавальных костюмов и нарядных платьев для девочек. Все товары, представленные в магазине, изготовлены из качественных и безопасных материалов и прошли необходимую сертификацию. Совершать покупки в магазине «Крош» не только удобно, но и выгодно. Здесь действует накопительная система скидок и скидки на день рождения малыша. Также сейчас в магазине проходит акция «Скидка 10% при покупке с 9 до 10 утра». Известные производители, отменное качество, широкий выбор и все это по действительно низким ценам. За подарками для малышей спешите в магазин «Крош». А теперь еще одно поздравление от нашего партнера.
В знак своей любви мужчины дарят женщинам прекрасные ювелирные украшения. Объяснить нашу тягу к драгоценностям невозможно. И канун Нового года – идеальный повод для покупки оригинального колечка, браслета или колье. Украшения из серебра с драгоценными или полудрагоценными камнями, в том числе и очень редких пород, вы найдете в салоне-магазине «Тайны Медной горы». Эти камушки способны растопить самое холодное сердце и удовлетворить самый взыскательный вкус. Драгоценные изделия с рубинами, изумрудами, сапфирами – не менее ценный подарок. Но чаще всего для украшений используются полудрагоценные камни – яшма, агат, топаз, авантюрин, сердолик, опал, нефрит, малахит, бирюза. Стоят они заметно дешевле украшений с бриллиантами, поэтому можно позволить себе купить даже комплект, например, из сережек, браслета и кольца в едином стиле. Многие изделия – авторские работы лучших мастеров России. Они вкладывают в каждое украшение радость и тепло души, поэтому получаются яркими, запоминающимися и эксклюзивными. Руководители и сотрудники салона магазина «Тайны Медной горы» присоединяются ко всем поздравлениям, желают своим посетителям всегда следовать зову сердца и выбирать то, во что влюбились с первого взгляда. Тогда вы будете носить украшения с удовольствием и каждый день. С Новым годом и Рождеством! Здравствуйте, дорогие снегурочки! Новый год – праздник волшебства и исполнения желаний. И мне хочется всем пожелать, пусть радость и удача стучится в каждый дом. Быть не должно иначе в году, который ждем. Это письмо от Натальи Бутаковой. А если вы еще подбираете место для проведения торжества или корпоратива, то загляните в кафе, которое открылось совсем недавно в самом центре города. В парке 30-летия Победы открылось новое кафе «Моя Киликия». Вы бы хотели узнать, что представляет собой настоящая армянская кухня? Тогда добро пожаловать! Здесь каждое блюдо – произведение искусства, приносящее удовольствие не только чувством сытости, но и чисто эстетическими вкусовыми ощущениями. Кроме того, вы можете заказать еду на дом. По городу доставка осуществляется бесплатно. Удовольствие для истинных гурманов – это блюда, приготовленные в тандыре. Они отличаются потрясающим, ни с чем не сравнимым вкусом. А продукты сохраняют натуральные свойства и качества. Уютная восточная обстановка, широкая барная карта, пьянящий аромат блюд. Соблюдение церемоний при их подаче – это все непременно располагает. Кавказская кухня – это обилие мяса, овощей, зелени и специй. Также для вас блюда европейской и русской кухонь. В кафе «Моя Киликия» вы можете провести банкеты и корпоративные встречи, отметить свой день рождения или просто посидеть с друзьями. Здесь для вас организуют любой праздник. Зал позволяет разместить до 50 гостей. Меню от шеф-повара для каждого мероприятия разрабатывается индивидуально. А весьма демократичные цены сыграют решающую роль в вашем выборе. Например, новогодние праздники здесь предлагают банкеты от 1000 рублей на персону. Сотрудники кафе «Моя Киликия» поздравляют всех жителей и гостей нашего города. Ангелия Ростади Донер, Болорин Хелавирумен кафе «Моя Киликия» и Шноравулум Азнаказнионис Болорит Калик Тарва Капакусен. Кафе «Моя Киликия» приглашает вас окунуться в атмосферу комфорта и домашнего уюта. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Коллектив нашего кафе поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Инна и Гриша Разумова написали нам стихотворение. Мы так думаем, что собственного сочинения. Главное – верить, и Дед Мороз обязательно подарит Новый год все то, о чем вы просите. А мы отправляемся на новогодний розыгрыш ценных призов от магазина «Неско». Чтобы стать участником новогоднего розыгрыша ценных призов от центра напольных покрытий «Неско», достаточно было купить продукцию «Таргет» на определенную сумму и получить выигрышные купоны. Во дворе магазина «Ажиотаж» на лотерею пришли все обладатели купонов с заветным номером. Все с надеждой сверяли, и вот он, первый счастливчик Николай Конопоп. Домой принесет новогоднюю елку ростом 180 сантиметров. Другой счастливчик забрал самый желанный приз – домашний кинотеатр. Вот это да! А так просто прочитал. У вас есть домашний? Еще нету, теперь есть! Тех, кому было холодно в декабрьский зимний день, в магазине угощали горячим чаем. Перед началом розыгрыша директор фирмы «Неско» Игорь Нестеренко пожелал участникам новогодней лотереи удачи. Разыграли более 50 призов. Перед Новым годом удача улыбнулась Галине Никиченко. Она пришла на розыгрыш вместе с дочкой. Цифровая фотокамера «Ника». Вот это устройство! Замечательные все утренники и корпоративы! Это первый приз, который я получаю.
Так что очень приятно, неожиданно. Особенно будет радость на моим детям, которые будут теперь все снимать и запечатлять. Спасибо фирме Неско. Мы у них очень часто покупаем. Мы советуем всем покупать и участвовать также в розыгрышах. Еще один полезный товар для дома выиграла в лотерею «Любовь Саджаница». Теперь у кровати расстелит новый пушистый ковер. Мы будем совершать покупки в этом магазине. Очень приятно. Маленький подарок к Новому году получить. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успеха. Покупайте в Неско и получайте двойную выгоду. Покупки по привлекательным ценам и шанс выиграть бытовую технику. Только полезные в хозяйстве вещи. Чайники, утюги, телевизоры, проигрыватели, фото и видеокамеры. Для дома ковры, спутниковые тарелки, синтезаторы и денежные сертификаты на новые покупки в магазине Неско. Много ваших писем мы сегодня прочитали. Сейчас же пришел долгожданный момент. Мы наконец узнаем, кто из вас выиграл ценные призы. Итак, пришло время разыграть подарки от наших партнеров. Два пригласительных в парк живой природы «Додо» получает у нас Александра Болдышева. Поздравляем Александру. Следующий приз – это дисконтная карта от магазина «Белая техника» со скидкой 8%. Она достается? Она достается Инне Разумовой. Поздравляем Инну. А следующий приз – это сертификат от суши-кафе «Татаки» на бесплатные коктейли. Посмотрим, кому достаются коктейли. Достаются они Наталье Бузаевой. Поздравляем Наталью. Следующий приз – сертификат на сладкий пирог от пекарни «Такие пироги». И выигрывает его Кристина Иванченко. Поздравляем Кристину. А теперь в розыгрыше подарочный сертификат от ресторана «Бульвар». И кто же выиграет сертификат? Выиграет его Наталья Бутакова. И остался у нас подарочный сертификат на представление в анапский дельфинарий «Немо». Его выигрывает счастливчик под именем Анастасия Сафаян. Забрать свои подарки вы можете по адресу улица Ленина, 177. Поздравляем победителей! Ну а теперь настало пора прощаться. Желаем вам всем самого хорошего в новом году. Загадайте желание в новогоднюю ночь, и оно непременно сбудется. Теперь уже увидимся в следующем году на канале РЕН «Анапа Регион». Пока! Пока!